Всем привет, друзья! С вами снова Лавка Удовольствия. Я Александр Манек. Друзья, 100 лет уже не выкладывал обычных видосиков. Сегодня я вам хочу показать, какие у меня в магазине шикардосные приобретения. У меня уже просто не влазят фигурки в магазин совсем. Сегодня вот подписчица Танюша привезла ко мне в лавку вот таких вот шикарных Дед Мороз штов. Шикарные слоники, друзья. Шикарная первая книга называется. Вот такая вот картина шикардосная у меня в лавке, ребятушки. Вот такой смешной что-то. Не знаю. Пусть будет оленя. Я не знаю, как его назвать. Смешной капец. У него рот такой приоткрытый. Он такой, видите, грациозный. Вот такая вот вчера разыгрывал пепельница. Вот такие вот кослийские собачки шикарные. И вот здесь хочу показать статуэточки тоже от Татьяны. Вот такой вот перепляс. Вот такая вот круженция. Фарфоровая лошадка. Вот такой вот мальчишка с биноклем. Утка, петух-солонка, вот такие вот, какая-то буддийская стилистика, слоники. И сейчас покажу значки. И вот, собственно, значки со вчерашнего перебора. Вот такой вот огромный вымпел самодельный из мешковины. По спорту очень-очень много значков. Сегодня уже куча из них раскупили по тематике Динамо Киев. Здесь мы можем увидеть различные виды спорта. Огромное количество значков. Друзья, и самое интересное, значит, вот здесь значки, начиная вот отсюда. Здесь значки все на тяжелом металле. Все значки стоимостью от 50 гривен и выше. Есть, конечно, значки не в очень презентабельном состоянии, вот такие. А в целом, с красивой патиной, старенькие значочки. ГТО, инструктор-общественник. Очень много значков интересных. Вот этот чехословацкий тяжелый знак. Облсовет. Огромное количество значков. Различных: стрельба, байдарка, каноэ, бег, динамовец. Друзья, пока писал ролик, откупил еще вот такую вот серию ромбов. Эти ромбы в серебре, они ранние, значит, высшее военное морское училище. Шикарные, красивые знаки. И самый дорогой вот этот вот. Академия БТИ МВ, бронетанковые и механизированные войска имени Сталина. Но Сталина затерта. Шикарные вот такие ромбы. У них вот такие вот закрутки с монетным двором. Вот такая вот серебряная закрутка. Очень дорогие вещи. Друзья, и сегодня всплыл вот такой вот шикарный знак. Ребят, это знак фашистской социалистической партии. Вот такой вот знак. У него эмаль, вы можете видеть. Эмалька немножечко есть места, где она потрескалась. А в целом знак очень шикарный. Отличный сохран. М1-172. Сохранена булавочка. Отличный знак. Сегодня выставлю его на аукцион. Посмотрим, что из этого выйдет. Друзья, вот так вот проходит время в антикварной лавке. Погода не очень, но настроение шикардосное, друзья. Увидимся.